Виктор Попков, художник с судьбой сложный, в чем-то трагический, в чем-то очень счастливый. Трагический, потому что жизнь его оборвалась в самом ее расцвете. Виктору Попкову было всего 42 года, когда несчастный случай, досадный и страшный, нелепица, оборвала его жизнь. Виктор Попков счастливый художник, потому что ему довелось и при жизни узнать и большой интерес широкой публики к его работам, и добрые слова критики и товарищей по мастерству, и потому что он оказался признанным художником. Его выставки пользуются громадным успехом, заслуженным. Его картины висят в Третьяковской галерее и во всех лучших хранилищах нашей страны. О нем пишут и книжки, и большие, интересные, хотя и спорные статьи. Но иными эти статьи не могут быть, потому что до сих пор Виктор Попков все-таки остается неразгаданной фигурой. Или не так резко, не до конца разгаданной. Он прекрасно понимал есенинское выражение, что душа – это ноша. И он часто склонялся под тяжестью этой ноши, под тяжестью собственной души. Но вместе с тем и этой тяжести мы обязаны появлению лучших полотен Попкова. То, что он был вот так занят собой, в чем его некоторые упрекали, он очень часто появляется на своих картинах, хотя прямого автопортрета он никогда не делал. Это объясняется тем, что именно он был сложный, наполненный, сильно, трудно, порой мучительно, активно живущий человек. И он участвовал в жизни. Это не было, так сказать, замыкание в самом себе. Это был постоянный выход, сильный, ярко окрашенный индивидуальности в большой мир и сложный, трудный взаимоотношения с этим миром. И занимаясь собою, я говорю это в кавычках, но все-таки занимаясь собой, Виктор Попков занимался всей жизнью, всем миром. Это не было уходом в какую-то личную там драму. Тем более, что он всегда жил интересами широкими, мировыми, интересами народа, страны, времени. И вот таким человеком, заинтересованным во времени, в самом главном, то, что в это время происходит, и появился на живописном горизонте Виктор Попков. Виктор Попков не был по образованию живописцем. Он окончил Суриковский институт по отделению графики. Он был учеником одного из лучших советских графиков Евгения Кибрика. Но довольно скоро Попков переключился на живопись, в которой он был как бы самоучкой. И, может быть, поэтому Попков и подражал охотно в начале своей работы. Но затем то сильное индивидуальное, что составляло суть личности Попкова, взяло верх, и он, не пренебрегая сокровищами мирового искусства, к которому он приближался больше или меньше, не боясь влияния на себя, он признавался влияние на него и древнего русского искусства, и одного из самых удивительных художников всех времен и народов, Эль Греко, он все-таки был всегда Попковым. Его картина, которая принесла ему известность, первая, называлась «Строители Братска». Она экспонировалась в 61 году. Она сразу вызвала огромный интерес у посетителей выставки, у критиков.
и принесла Попкову дружное признание. Вот Попкова-то, который изобразил так, может быть, несколько наивно, как-то очень фронтально, вот разных представителей рабочего класса, строящего братскую электростанцию, он показал нам их лица, он дал заглянуть внутрь этим людям. И мы увидели в них огромное достоинство, мы увидели в них ясный и трезвый, спокойный ум, мы увидели интересные русские характеры. И очень разных людей мы увидели. Вот эта трогательная худенькая девушка-регулировщица с флажками, сколько в ней и женственности, и мягкости, и нежности. И вместе с тем это тоже сильный и выносливый человек, который вполне способен выдержать все трудные испытания этой стройки. Вот другой рабочий, который покуривает, так это тоже вглядываясь в тех, кто вглядывается в него. И это особый характер. Вот все изображенные на этой картине люди, их тут пятеро, они все наделены своей душой, своим характером, и вместе с тем есть в них что-то общее. Вот это какая-то спокойная уверенность перед жизнью, сила духа. Эта картина сейчас уже не производит такого большого впечатления, хотя, на мой взгляд, справедливо открывает вот экспозицию советской живописи в Третьяковке. Она очень была важна для своего времени, потому что вместе с полотнами тех же Никонова, Хандронова, она вот открывала новую какую-то страницу в нашем изобразительном искусстве. Отказ от приглаживания действительности, от идеализации совершенно ненужной образов тружеников, рабочих людей, а переход к настоящей жизненной правде. И в ней есть какая-то эпичность даже вот в этой картине. Любопытно, что после шумного успеха картины о строителях Братска Попков вдруг перестает на несколько лет участвовать в выставках. Он ничего не выставляет, хотя работает, как и всегда, много, трудолюбиво. И вот это тоже характерно для непростой личности и для всей вот этой сложной формации, которой является Виктор Попков. Другой бы стал развивать успех, а он перешел к каким-то таким одиноким поискам новых живописных решений, совершенствовал свое мастерство живописи, которое для него было все-таки искусством новым. Вот. И второй его этап начинается в 1965 году, когда опять выходит на всеобщее обозрение целый ряд его замечательных полотен, навсегда оставшихся в числе лучших работ художника. Это такие вещи, как студенты на практике, как отдых, по-моему, точнее, бригада отдыхает, как полдень. Вещи близкие живописно одна другой. Скажем, полдень. Дуб, который потом будет неизменен на многих картинах Попкова, вот впервые распростер свою добрую зеленую листву над этими красивыми, усталыми, но быстро набирающими опять силу для труда людьми. Но вскоре он делает вещь совершенно иного плана. И в чисто живописном смысле, и в смысловом, и вообще, так сказать, по всем компонентам, которые мы бы взяли. Это очень известное его полотно «Двое», написанное в 1966 году. Кстати, эта вещь, с теми, кто называл, была на выставке в Париже, где Попков удостоился, совсем еще молодой художник, удостоился награды. Это полотно, оно изображает двух людей. И огромная сложность и глубина этого изображения, которое не дает возможность специалистам, искусствоведам прийти к какому-то единству в трактовке этого сюжета, этой темы. Женщина смотрит в небо, которое здесь не изображено, но она смотрит вверх. Она вся отторгнута от мужчины, лежащего ничком, прикрывшегося рукой, смотрящего в землю. И он не смотрит на нее. Они совсем рядом, но они как будто бы между ними целое мироздание.
так они отключены один от другого, так каждый из них находится внутри своей тайны, своих раздумий, своих мыслей, то ли счастливых, то ли горестных, но, во всяком случае, какого-то вот счастья, которое иные знатоки обнаружили в этой картине, я уж никак не могу увидеть. Более того, мне лично кажется, что вот якобы объединяющий их цвет, что в нем есть одна особенность. Тут так сделано, что как бы каждый находится как бы в своей капсуле. Одного цвета это капсула у женщины, другая у мужчины. Их цвет на самом деле разъединяет, и между ними тоже есть разъединяющее вот нечто в цвете. Я все-таки склонен читать эту картину как произведение драматическое. Почему художник всегда обязательно должен изображать только апофеоз и радость, чувство, радость любви? Почему художник может говорить и о том мучительно трудном, что всегда было связано с любовью? Ну и мне кажется, что Попков человек, совсем не боявшийся никаких конфликтных вещей в жизни, не боявшийся ни трагедии, ни драмы, ни страдания, ни боли, всегда шедший с огромной смелостью навстречу всему трудному, что есть в мире, что есть в человеке и в жизни, и здесь взял все-таки драматический момент. Любопытно, что то же недоразумение повторяется еще с одной знаменитейшей картиной Попкова «Семья Болотовых». На мой взгляд, в этой картине вот тема отчуждения абсолютно точно выражена. Попков, по-моему, все-таки всегда очень четко знал, в общем, чего он хочет. И не мог он такой внимательный ко всему, что он делает, художник, вот насытить такими деталями картину «Семья Болотовых», если бы он хотел здесь показать, как вот, я повторяю, пишут очень серьезные его иные исследователи, вот такую дружную современную семью. А именно, вот эти висящие совершенно отдельно предметы домашнего обихода, там терка, вилки, сковородка, ключ, потом такая доска, на котором раскатывают тесто, если я не ошибаюсь, поднос. Все это висит как-то отдельно и подчеркивает вот ту отдельность, которая создалась у членов этой, наверное, когда-то очень дружной семьи. Глава семьи Болотов углубился в газету. Вот я бы с огромным удивлением прочел у одного из исследователей творчества Попкова, серьезного, любящего, о том, что он читает эту газету вслух. Ну, понимаете, Попков тогда бы и сделал, что он читает эту вслух. У него губы плотно сомкнуты. Так не читает вслух. Нет, он читает про себя. Он не замечает сейчас присутствия жены, которая отвернулась, подавлена, отвернулась от него в сторону, не смотрит. И есть одно, что еще вот этих людей связывает. Это мальчик, который кочевряется на переднем плане, держась за руки матери, а отец так привычно подставил свою ладонь, которая точно повторяет как бы линию затылка ребенка, вот так защищает ребенка, что вдруг он сорвется, потому что мальчик ломается. Так-то часто бывает, когда дети чувствуют какие-то нелады у родителей, они бессознательно совершенно, но точно с собою пытаются их связать. Я это очень часто наблюдал. И это огромная тонкость этой картины, которую тоже только в одном плане следует все-таки понимать, как большинство ее понимают, о том, что это картина о семье, в которой наступило отчуждение, в которой наступил разлад. А вот возьмите картину «Лето-июль». Вот здесь художник поставил себе совсем другую цель. Он хотел показать семью спаянную любовью, нежностью, хотел показать человеческое единство. И вот здесь все расположение фигур, получается такой как бы круг, то есть нечто очень такое цельное, как звено цепи. Понимаете, и вот мысль художника тоже очень точно реализована во всех компонентах, во всех живописных компонентах. Это семья счастлива, семья Болотова сейчас переживает разлад. Но видите, как, вот, тем не менее, различно трактуется произведение Попкова. Это, конечно, признак еще и большой глубины этих вещей, тем, что за ними очень много, так сказать, второго и третьего плана. Надо сказать, сам Попков вовсе не боялся известного разночтения своих картин.
Он, как многие талантливые люди искусства, не литераторы, он хорошо выражал свои мысли на бумаге, он хорошо писал. И он очень интересно написал, кстати, о некоторых своих картинах в интересном сборнике из творческого опыта советских художников, где собраны статьи журнала «Творчество». «Мой день». Это одно из, надо сказать, самых известных его полотен, одна из тех работ, которая вызвала очень много всяких кривотолков. И это принципиальная, так сказать, работа у Попкова, поэтому я позволю себе вот процитировать, что он сам говорит об этой своей картине. Вот что он говорит о моем дне. Что в этой картине мне и самому многое не ясно. Да и не хочется, чтобы все было сразу объяснимо и понятно. Эта работа адресована домысливающему зрителю. Вот эти слова надо запомнить. Попков ждет, чтобы мы домысливали его произведение. Она не должна читаться однобоко. В ней нет определенного сюжета, ясной взаимосвязи между старухой, художником и молодой женщиной. Кто они? Почему вместе? Какие жизненные контакты между ними? Причем здесь ключ, который лежит на снегу. Зритель хочет объяснить все сразу и связать воедино. Но этого как раз и не нужно делать. В общих словах, приблизительно огрубленно, смысл картины следующий. Художник – это я, написавший за последнее время картины о старости, воспоминания и о молодости двое. Картины, которые уже ушли от меня. Я опять остаюсь один на один с новым холстом, и мне нужно снова искать ключ к новой работе. Это пояснение очень приблизительно, и вот здесь он говорит самое важное. В картине мне хотелось, наряду с конкретным, материальным, выразить нечто неясное, духовное, неосязаемое. Но одно дело хотелось, а другое, что получилось. Если увидели эту работу, то ваше мнение есть главное. Вот эти последние прекрасные и скромные его слова, они говорят больше о душе художника, чем многие там страницы, написанные о нем. Попков много ездил, у него был жадный интерес к людям, к разным землям, к разным пейзажам. И вот такой значительной поездкой было для него пребывание на севере. Надо сказать, что хотя север произвел у него сразу огромное впечатление, он не торопился немедленно сесть за работу. Он ждал какого-то внутреннего толчка, когда изображение мотивов севера, людей севера, станет для него необходимостью. В этом тоже признак вот настоящего большого художника. Просто как некий взрыв прозвучала картина Попкова, открывающая этот северный цикл вот, «Мезенских вдов». Картина «Воспоминания вдовы». Картина, которую он так дал сам два названия. Это полотно замечательно прежде всего в цветовом решении. Ведь север, он блеклый, он красив необыкновенно, он живописен безмерно, но север не отличается яркими цветами, так сказать, красное, там, бордовый, багрянец, это все не краски севера. А вместе с тем вот это полотно содержит так много красного цвета, как ни одно другое у Попкова. Прекрасные старые женщины, вдовы, они все наряжены им в ярко-красные платья. Это ведь любимый народом цвет. Недаром красный означает в русском языке не только цвет, но и понятие красивое. Красная площадь, это старое название Центральной Московской площади, оно означало красивая площадь. И вот красивый этот красный цвет Попков так щедро подарил своим худым, старым, уже изможденным жизнью, трудом и одиночеством женщинам.
Вот эти женщины, и особенно стоящая посредине, высокая, худая старуха, опустившая большие перетруженные руки, это, конечно, не просто прекрасные русские северные женщины, но и символы великой скорби, великой обобранности русской деревни, которую принесла война. Мужчин нет, их мужья, их возлюбленные, а может быть и женихи, полегли на полях Отечественной войны. Он их изображает такими, как они есть, обобранными годами, одинокой трудной жизнью, как в одиночестве сохнет человеческое сердце. И все-таки живыми, все-таки именно потому, что они сохранили такую жгучую память, то они даже по-своему счастливы тем, что в них есть жизнь человека. А жизнь человека, если человек ее ощущает в себе, то это все равно уже счастье, даже при всех потерях, при всех скорбях, при всем, что мы, так сказать, вечно теряем. Вот. И этот красный цвет, он показывает, что сердце у них живо, что они не пали под грузом скорби, а что они по-прежнему живут всем высоким и великим достоинством человека. Через 2 года Попков написал другое, замечательное, может быть, еще более совершенное полотно. Это называется, полотно называется «Северная песня». Тут снова изба, побольше, печь. У печи сидят 3 пожилые женщины. Стоит, вытянувшись во всей свой малый росточек, горбуни с удивительным, одухотворенным, заостренным лицом. А отдельно от них, как будто она не является существом из плоти и крови, притулилась к теплому боку печки девочка, желтоволосая, в коротеньком платьице, таком деревенском, странная девочка, как будто попавшая сюда с другого полотна Попкова, о котором я тоже буду говорить. Но это девочка песни или мелодия песни. Она действительно и не является в полной мере реальным действующим лицом той сцены, которую изобразил Попков. Перед женщинами, поющими эту песню утраты и песни воспоминания о своих любимых, не вернувшихся с войны, сидит группа городских людей. Пусть женщины поют о том, что они испытали эти юноши. Они не знали сами этих потерь. Но с другой стороны, возможно, что это сироты тоже, что их и отцы, или старшие братья тоже погибли на войне. Во всяком случае, им бесконечно близка и нежна, и грустна, и важна вот та чудесная северная песня, которую поют сидящие напротив них женщины. А на окне алеет прекрасный цветок, народное название которого – солдатская кровь. И вот это тоже очень характерно для Попкова, что он взял этот цветок, который, кстати, он находится как бы в центре картины, и он является таким вот, что ли, связующим мазком, что ли, в живописном решении. И, кроме того, его название тоже символично. Для него, для Попкова, вот этот цикл и эти прекрасные женщины были так важны, что они остались с ним и в последующие годы, когда уже он писал совершенно иные вещи, его волновали иные темы, иные живописные решения были, жизнь ставила перед ним. Но они все-таки оставались с ним. И тут я должен сказать, прежде всего, о его картине, одной тоже из самых значительных в его творчестве, «Шинель отца». Она перекликается с циклом, о котором шла речь, не только тем, что здесь снова память о войне поразила душу художника, но и потому, что в этой картине на фоне находится эта нежная, одухотворенная горбунья из «Северной песни» и старые женщины из «Воспоминания вдовы». Они находятся художником, и там же цветок «Солдатская кровь». А здесь палитра, здесь впереди чуть растерянное, размышляющее лицо художника, глубокие складки прорезали его лоб,
его пальцы вот как будто лепят, так сказать, слово или образ, рождающийся в нем. Он потерял отца совсем мальчиком. Отец ушел на фронт в 41-м году в числе первых. И в числе первых погиб на Смоленщине, очень недалеко от того места, деревни Каменка, где прошло детство Попкова. Попков, вот тут тоже его счастье, может даже отчасти беда, в том, что о Попкове не скажешь, кто он, городской или деревенский по своим корням. Родился он в Москве, в самом центре Москвы, в Гавриковом переулке, но детство его прошло в деревне Каменка на Смоленщине, вот там, где в 41-м году погибнет его отец. А зрелая жизнь проходила в Подмосковье, в пригороде, платформы Челюскинца, известной всем москвичам. Это и не деревня, и не город. Это там нет колхозных полей, но есть огород, который так важен в жизни каждой семьи, особенно в голодные военные годы, когда маленький Попков вместе с своим братом и сестрой помогал матери этот огород возделывать. Словом, это вот три разных мира формировало Попкова, и он все время мыслью возвращался и к тому, что, чем было наполнено его детство, и особенно к образу своих родителей. И он написал картину «Вот шинель отца». Это тоже картина и о нем самом, и об отцовском начале в нем. В начале это труженика. Отец был из крестьян, но вообще он был рабочий человек. Он работал на кирпичном заводе. Он был солдатом, вот тем стойким русским солдатом, который спас мир от фашизма. Как важно и значительно было для Попкова все, что вот носило на себе печать отца. А что же может сильнее сохранить и телесно, и душевно, чем вот шинель, это одежда солдата, которая потом у солдата становится его одеждой на долгой и мирной жизни. Причем тут есть условность. В общем, откуда могла, по существу говоря, шинель, отцовская военная шинель, оказаться у Попкова? Это маловероятно, но, так сказать, солдат погибает в своей шинели и ложится в ней в землю. Отец его не был участником гражданской войны. Поэтому это, мне так кажется, я, может быть, глубоко заблуждаюсь, что это некая воображаемая шинель отца. Это вот то, что облегает вот тело солдата, идущего в свой последний и решительный бой. И то, что так хорошо примерил на себя Попков, наверное, почувствовал себя тоже и воина, и солдата, и мужественного человека, способного выдержать многие жизненные испытания. А художнику Попкову они выпадали нередко. Но не менее значителен, а может быть и даже более еще значительным, был для Попкова и остался до последних дней его недолгой жизни образ его прекрасной матери, которая подняла его и других маленьких Попковых в это голодное военное время, выкормила их и выпустила в свет хорошими настоящими людьми. Его мать иногда присутствует, входит как бы в иные, что ли, образы. Иногда он пишет ее впрямую. На одной из лучших картин Попкова, которую назвал «Мама, помоги своему сыну», мы видим эту прекрасную, скромную, небольшую русскую женщину в белом чистом платке, в то время как сын, то ли занедуживший плоти, то ли занедуживший духом, лежит на головой на красной подушке, и красный абажур обливает эту очень простую, казалось бы, на самом деле глубочайшую по своему внутреннему содержанию сцену, таким мягким, розовато-оранжевым светом. Но сколько бы я ни говорил, я все равно не передам существо этой картины, потому что если бы живопись можно было передать словами, она была бы не нужна, та бы эту работу выполнила бы литература. Вообще старые люди, особенно старые женщины, они интересовали Попкова, потому что он видел в них, видимо, и высокое нравственное начало, и мудрость жизни, и огромное терпение.
И, короче говоря, величайшее достоинство человека. И вот это его отношение к старикам, прекрасной старости, оно окончательно воплотилось в одном из самых его живописно прекрасных произведений, которые он, опять же, с присущим ему изяществом и выдумкой назвал «Хороший человек была бабка Анисия». Это полотно создано им в 1973 году, незадолго до смерти. Тут, что очень любопытно, вот он говорит, короче, была бабка Анисия. Изображаются деревенские похороны. Но эта тема, так сказать, часто бывает в живописи, вспомните Курбе хотя бы. Но здесь покойницы самой этой вот бабки Анисии мы не видим. Мы видим стоящих вокруг женщин, детей, безучастных тому, что происходит. И безучастных, естественно, вот самый маленький, он просто повернулся спиной к могиле, потому что он устремлен в будущее. Это завтрашний день, это то, что будет, а бабка Анисия служила свою службу на земле, прожила хорошую, долгую жизнь, она уходит, это вчерашний, прошедший день. И над ней снова Попковский дуб, но дуб не зеленый, как на некоторых других картинах, о которых мы говорили, дуб осенний, и такая огнистая осенняя земля. Трудно поверить, что один и тот же художник создал Мезенских вдов и бабку Анисию, которую провожают последний путь ее односельчане, и произведение, лежащие, находящиеся между вот, вдовами и картиной похорон бабки Анисии. Одно из которых называется «Майский праздник», а другое «Тишина». Это произведение такого символического, что ли, толка. На одном из них девочка в красном прыгает через скакалку. Совершенно прелестно, чисто живописно решено вот это полукружье, которое оставляет как бы в воздухе вот эта детская скакалка. Девочка взлетела над миром. И вот над всем этим миром, где и история, давность, воплощенная в храме, и этот белый солдат, напоминающий о испытаниях войны, и расцветшие дерево, и желтоклюв, и только что прилетевший грач, говорящий об обновлении земли, о новом празднике земли, который продлится вот на месяцы. За маем придет прекрасное лето, и сама девочка вот в этом первоцвете, ее прелести. Вот это создает, опять-таки, нечто такое, что словами выразить невозможно. И вместе с тем она вся входит в душу, и вся становится твоей душой, так же, как и другое, еще более странное, еще более нежное и необычное полотно «Тишина». Вот прекрасная девочка в короткой синей юбочке и в таком синем капоре, который зажмурилась, как будто бы оглушена вот этой невероятной звонкой тишиной, разлившейся над миром. Эту тишину прежде всего создает каменный или гипсовый воин-гарнист, который поднес вот свой горн к губам, но что может быть молчаливее, чем каменный трубач. Эту тишину создает и другой воин на заднем плане, и снова высунувшийся розовый храм, и тихое небо, вот словно застывшее над этим странным, собравшимся столько разных элементов уголком мира. И действительно ты чувствуешь вот эту поразительную какую-то тишину и понимаешь, что из этой тишины родится какая-то долгая, звенящая, волнующая нота, нота жизни. Особенно, вот мне кажется, важным и значительным в его творчестве, то, что вот в 1974 году к нему пришел, или он пришел к Пушкину. Мне кажется, что рано или поздно почти каждый большой русский художник, будь он поэт, писатель, художник, живописец, график, скульптор, и, наверное, музыкант, даже наверняка музыкант, что он непременно придет к Пушкину.
в котором, ну, сосредоточилось все лучшее и самое великое, самое духовное, что было в русской культуре и в русском искусстве. И вот Попков тоже пришел к Пушкину. Я помню, как поразил на его посмертной выставке меня в числе всех других, кто на этой выставке был, поразила эта последняя работа Попкова. Или одна из последних. Ну, опять здесь совершенно появилась другая палитра. Какая-то новая манера и в изображении и пейзажа, и в самой композиции картины. Это какой-то новый совершенно Попков, которого мы еще не знали. Это «Осенние дожди». Пушкин с крыльца своего Михайловского дома смотрит такую туманную, моросную даль. Огромным одиночеством веет от его маленькой, изящной фигуры. И, наверное, это полотно в какой-то мере вот об одиночестве, которое испытывал Пушкин, которое, наверное, в этот период своей жизни по той или иной причине испытывал художник, иначе он не взялся бы за эту тему. А мне кажется, что это совершенно замечательная трактовка Пушкина, и, может быть, только Серовский Пушкин еще выше. По-моему, это просто в пушкиняне, в огромной пушкиняне, это удивительное достижение. И поражаясь, вот насколько же он был заряжен и могуч в том, что он все время открывал какие-то новые грани своего огромного таланта. Все время новые манеры ему оказывались в подчинении. Сколько он мог сказать о мире, как этот мощный мир действовал на его отзывчивую и чуткую душу. Но вот он ушел от нас таким вот зыбким, меняющимся, каким-то неуловимым и содержащим в себе гораздо даже больше, чем и при первом, и при повторном, при третьем чтении его произведений приходит. Он неисчерпаемый художник Попков. И вот в этом, наверное, его самая большая ценность, в этой неисчерпаемости его поразительного русского и народного, глубоко народного по своим истокам таланта художника.